Сегодня старшиня Гомельского облвыканкама Владимир Дворник провел прием громадян у Лельчицким райвыканкаме. За допомогой в решении проблем до керовника региона звернулись 8 человек. Обмеркование хвалючих насельниству пытаний удолжилось 3 годины. Евгения Кухаронок володая подробязностями. Спектр пытаний, что узнимались под час приема, закранал и працоладкование у райцентра, и ремонт дорог, и поляпшение инфраструктуры района. До прикладу, жыхарка Лельчыц Марына Гулік пришла до керовника Гомельской области со зворотом об допомозе у ее працовным лёсе. Литерально сегодня завершился ее контракт с предприемства Белтелекам. Женщина 25 год працавала оператором, а сёлета трапила под скорочение. Адукация у ее среднеспециальная, профильная, и уладковаться у Лельчыцах, по ее словах, будет непросто. В якости варианта выйти из ситуации представники Белтелекама прямо на приеме пропоновали женщине занять место работника, який находится зараз у отпуску по догляде за дитяти, ти заключить договор под раду. Керовник региона пораю женщине разглядеть пропановы. На тым и сошлись. Наступный зворот до старшини Гомельского облвыканкама оказался подякой. Полторы месяца тому у районной больницы закрыли родильное отделение. Потребовался капитальный ремонт. Я пришла от жителей Лельчицкого района поблагодарить Владимира Андреевича за то, что он очень хорошее сделал для нашего района. Это выделил деньги для ремонта роддома, за что ему благодарны жители Лельчицкого района, в том числе лично я благодарна, так как в этом году меня невестка должна родить. Наракали жыхары Лельчыц на некоторые дороги города. По весне размывая гравийку, и детям тяжко добираться до установ адукации. Усюды бруд. Такая ситуация у так званых старых Лельчыцах. Владимир Дворник по этой проблеме дал доручение привести у парадок участки дорог, которые ведут до школ и детских садов. Все лето масштабные работы по доброупорядкованию проходят у Брагине и Комарине. Такая практика реализуется в регионе не первый год. И когда черга прийдет до Лельчыц, разом с другими объектами инфраструктуры будут отремонтованы и дороги. На прием со своим зворотом пришел и скромный индивидуальный предприниматель Александр Видук. Он же тренер детской сборной по хоккею. Своими силами, усадейничая не с мясцовой улады, мужчина организует в Лельчицах зимовые ледовые пляцовки для тренировок и звичайного отпочинку горожан. У скорбонцы детской хоккейной команды маются узнагороды с поборництва у разного узровня. Выступают они сегодня у дивизионе Б, однако у наступном годе планируют поспробовать свои силы на новом узровне. Просьба до губернатора посадейничать у обсталевания постоянной хоккейной коробки. Справедливости ради просили помощи губернатора, хотим организовать себе, значит, хоккейную коробку и залить как бы бетоном, чтобы была возможность круглогодичной тренировки. Ну, тогда мы могли бы уже давать бой и гомельским дюшорам, как бы не имея школы специализированной, но целеустремленность и физическая кондиция наших деток позволяют это, можете в этом даже не сомневаться. У нас есть результаты. Из 6 последних первенств областей мы выиграли 5. Ну, я считаю, надо развивать спорт там, где оно получается. Старшиня Гомельского облвыканкама уважливо выслухал кожного, кто звернулся. Усім были дадены грунтовные отказы и тлумачения, а вырашение пытаний, которые потребуют додаткового вывучения, Владимир Дворник взял под особистый контроль. К власти тоже я не видел сегодня каких-то вопросов и хочу оценить этот район, что я почувствовал, что власть на месте и председатель тоже и вся его команда стараются сделать так, чтобы этот регион выглядел лучше, работал больше и зарабатывал и поднимал жизненный уровень. Поэтому оценка у меня хорошая после сегодняшнего обращения граждан. Ну и те мелкие вопросы, которые сегодня поступали, если там не хватает компетенции, прежде всего финансовой, конечно, я услышал и постараюсь в ближайшее время решить те проблемы, которые зависят от вышестоящего органа. Евгения Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» из Лельчицкого района.